Пришли мы в военкомат в 43-м году. Провоевал, и я не знаю, сколько их там от моей пулеметной очереди погибло. Я не знаю, не считал, и не мог я считать. Вот, значит, самое так, ну, мало не было. У меня награды. Орден Красной Звезды – это боевой за форсирование и боев в Гомельской области, во всей Белоруссии, в этой Орден Красной Звезды. Потом Орден Славы Третьей Степени – это за Бобруйскую операцию по окружению немцев в Белоруссии тоже. Медаль за отвагу, за Кенигсбергскую операцию. Много там положил в отместку того, что они надо мной издевались, значит, самое так, и мою сестру угнали в немецчину. И я с ними рассчитался.